Здорово, братан, мы с тобой продолжаем проходить игру GTA 4. Вот такая тачка, которую нам досталась вчера в самом конце миссии от одного очень вежливого человека, который, собственно, не против был ее отдать. Мы с тобой сегодня будем выполнять миссию у Влада и выполним миссию у Джейкоба, у крутого мужика, негра, который нам дал пистолет. И я надеюсь, что и серия будет значительно интереснее предыдущих. Вот, сначала нужно нам умаслить Влада. Потому что этот засранец может прижать нашего братца, мы же хотим его вытащить из задницы. Вежливый какой. Йоко, фетти романсказа. What's your name again? Big Mouth Prick. Very catchy. Sit down. Cousin... Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You're a funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not kind of person who is treated this way. Old bastard owns a china shop in the Compton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Зачем вообще? Можно словами договориться. Просто скажу ему, что вот нужны очень деньги твои. Сразу, я думаю, отдаст хороший мужик. Просто связался не с теми людьми. И при этом, смотри, дает тебе бейсбольную биту, просит, чтобы ты его не трогал. Нахрена та бейсбольная бита, чтобы ты его запугал? Ай. Ну чё же, Ника не справится, что ли, с каким-то стариканом? Вообще, давай его буду Никитка звать, потому что Ника как-то это режет. Нику, Виту, блин. Просто Никита. И все. Русский парень, Никитос. Который дымит, как паровоз. Так. О, ну эта машина гораздо круче, конечно же, чем такси у Романа. Потому что Ромец, конечно, совсем не успешен по жизни, как он писал, конечно, в мемуарах своих отправлял братцу и мачехе. Ой, красиво. Дрифтовать я, конечно, не научился еще, но всему свое время, дружище. Так, а вот и тот самый маленький магазинчик. Ой, блин, фару разбил. Пушку-то спрячу, ножик у тебя еще. Эй, let me in. You have Vlad protection money, old man. Big Vlad and his protection money? I so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punk like you to go away. He get no money. Ну, мужик, тебе лучше было бы меня послушать. Шевырнить что-нибудь в витрину магазина. Вот, и тут нам показывают, что есть такая функция, которая была добавлена в этой части, что можно брать некоторые предметы и кидать их в лицо своему врагу, например, либо просто вот как в данном моменте в витрину. То есть берем кирпичик, вот такой вот, бежим и швыряем в витрину. Блин, лучше бы он отдал деньги сразу, а то ему придется платить еще и за витрину. И мне, потому что я и без денег не уйду. Stop it, shit brain. I pay up now. I pay сразу up. Бы так. Shit, here. I thought Vlad and I had understanding. Only thing I understood was you owed him money. Ну, сразу бы так, а? Если бы он еще начал выпендриваться, я бы разбил вторую витрину, потом разбил бы уже ему голову. Третьим кирпичом. Блин, бампер немножко на соплях уже держится. Я думаю, Влад будет доволен. Hey, Yokel. You managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Тоже мне благородный, блин. Ну что, теперь пойдем на настоящие миссии выполнять. К Джейкобу. Очень крутой парень такой, негритос, который постоянно дымит. Чем-то на...
Райдера напоминает. Из Сан-Андреаса. Ну, более адекватный, более преданный, я надеюсь на это, по крайней мере. Вот, и нужно с ним развивать отношения. Если отношения будут хорошие, то он, скорее всего, будет поставлять что-нибудь хорошее. И наверняка это оружие, потому что он мне дал уже пушку, и наверняка у него есть гораздо круче стволы. Там разные ингрэмы, калашниковы. О! Ромик, ты чё надо? Has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. I'm sitting here with Bruce. Well, we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. The fucking stupid bastard. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help? Fuck! I think they see us. Have to call Nico. Блин, приколист, неудачник. А, что, вот берлога Джейкоба. Я думаю, что он... Вспомнил, что он мне звонил-то. То, мало ли, нажрался, накурился и все. Скажет, ты кто такой вообще, а? Yo, what are you doing with Bess, what are you? It's Nico. Nico? Yeah, my bitch, hard last night, you know. The show come, yo, that's what I... Ну, хоть узнал меня. What? Выйдет сейчас он. Жди. What, Nico? Hey. Glad to see the man, you know. I'm to my man, Roman. Roman? Yeah. He's okay. Yeah. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll come for to a fool in a Nico. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little bit. Да ты прям философ. Мне нравится этот парень. Что тебе на этот раз нужно? Кого на этот раз отмудохать нужно? This herb don't do too well for my honor, my eye coordination. Как ответить Джейк, мой жилой квартал в Уиллисе. Опять свою дурь будет толкать. Ты что, затянулся, что ли? I'm sure. You might not keep the windows closed. Ну, сейчас дурман такой полезет. So what's the deal? I'm buying some cali off a new sauce, you know? Don't know if it's all this herb, but... Это дурман. You can't shake no hands when your fist be clenched. You hear me, brother? Sure, I hear you. Да все, все, понял. Все, довез я тебя. Go around the back in case one of them try to get jumpy and run off with the ganja. Keep out of this vehicle, we might need to get out of here quick. Ой, блин, братан, я не обещаю, что быстро. Я рулю очень хреново. Ой, извини. Сейчас бы еще задавил бы Джейкоба, блин, вообще бы класс. Так, ну. Ждем. Крутая тачка, прям на лоурайдерскую похоже. Чё, уже что ли? Чё, they had no stuff in on, they tried to take my car in. I still got it though. Finish them if them try to come out the back. I got the front covered. Окей, жду уже их. Пушка у меня есть. Ну, Ника, по газам! Всё, минус два. Не смылись они никуда. Одна звезда, подберите Джейкоба. Так, патроны можно не собирать, все равно их полно. Потом, если что, их нафармим. Давай, братан, да куда ты и бежишь-то? Я здесь. Совсем что ли накурился? Бегает, блин, еще. Машина двухдверная, идиот, садись уже. Боже мой, что я сейчас видел? Он хером, что ли, дверь открыл? I got them. You're real bad man in a Nico. Respect. Found a Savannah Avenue in a middle spot. Сомневался, что ли? У тебя серьезный напарник ты. Суровый, а не отбитый на голову, как ты. Так, ну все, ушли от погони, блин, одна звезда. Это не серьезно даже. Куда ехать-то? Джейка, проснись.
Все отлично, отвезем этого дурманьяка. А вот и спокойно добрались. Here we be. Are you with me, brother? Yes. I gonna put some road boy in the ground. К парадной двери. О, сейчас мы мстить будем. Мстить я люблю. Все, я бегу, бегу. Come Джейкоб, on, давай. Сейчас мы уделаем этих гандонов. Так. А, все-таки можно прятаться за стеной-то. Давай. Все. Давай, ну гандош его, ну давай, братан, ну же. Ну, с дробовиком, серьезно. Ну по кому ты палишь-то? Ну, можно вслепую стрелять, классно. Как все тут продумано. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Ну, Джекай, хоть кого-то убей. И они умные. Ничего. А, смотри, тут еще и стены простреливают. Обалденно. Вот технология дошла, First Aid. Аптечка восполняет запас здоровья. Угу. Теперь их сложнее искать, чем в Сан-Андреасе. Ща, Джейка, погоди, мне нужно дробаш взять. Ты чё, такие вещи-то не оставляют? Так. First Aid можно не брать, мне все равно здоровье полное. А в трусы себе Ника не хочет засовывать. Так. Все, давай. Гоним отсюда. Как же ее Надеюсь, это не косяк. А все-таки денежки. Ну что, здорово. Патрончиков нафармили, дробовичок взяли. Помогли Джейкобу, научились кидать камень в витрину. Малыш Джейкоб, респект, отлично. Так, ну, у кого дальше? 664 бакса, неплохой капитал на начало. Так, ну, жду, кто мне позвонит? Влад, что тебе надо, урод? Деревня, приезжай ко мне, есть работа, Влад. Чемошник. Роман, тебе что надо? I thought all I'd been doing since I got here was helping you out. You have, but I mean officially. I need more drivers for the cab company. I'll pay you properly. Okay then. Just call me whenever you want to take a fare. You can do as many as you like, Nico. There are always more customers. Так, ну миссию бомбил можно пройти, потому что она открывает прикольные бонусы. То есть ты можешь вызывать такси в любой момент времени, и оно тебя докатит бесплатно. Это здорово. Я, возможно, вне записи его пройду. Там наверняка будут не очень много интересных моментов. He just walked in. Great girl. Yeah?
stay away from her. Of course. Now listen, you did good with the business the other day. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky Jerk, who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Marshal! Easy, buddy. Did you hear? Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Алло, Влад говорит. Да, да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. По-русски злобал, классно. Так, приезжай опять к прачечной. Вернее, почему опять к прачечной там? Там же кафе был. Или ресторанчик. Неважно. Короче, нужно отмутузить одного неплатежника очередного. Ну, он находится прям рядом. Оп. Ничего сложного быть не должно. Так, ну пушку-то не надо, ну не надо, ну у тебя ножичек есть, ух ты, боевой дробовик, класс как. I have a message from Vlad. Shit! Stay away from me! Ах ты урод! Понял, чем дело-то пахнет. Ну давай, давай. Ух ты! Сильно! Тараньте фургон, пока хозяин магазина не остановится. Но я не в очень удобном положении. У меня машина-то не такая, что прям таранить. О! Какая быстрая тачка. Так, он мне поддает. Спасибо тебе, дружище, потому что я не знаю, как тут нормально управлять машинами. Нужно просто привыкнуть. Я сан-андресянин, поэтому мне нужно время, чтобы свыкнуться. Оп! Так, капслок можно, да. Все, полицейские, проезжайте. Я ничего противозаконного не делаю. О, прикольно. Прикольная здешняя физика. Все. Как-то легко. Why have you not paid Vlad the money you owe him? I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is an impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to him. I thought this country was different. Эх, наивный ты какой. Да, расколбасил я машину так не слабо. Ну что, опять там миссию? О, тихо. Погоди, Никитос, погоди. I spoke to the laundromat owner. He gets the message. He will pay you now. I like your style. You can be an intimidating guy. It's a shame everybody knows what a stupid yokel you are when you open your mouth, huh? Come back to the bar soon. Ну что, давай еще одну миссийку выполним у Влада, и на этом можно закончить. Дамочка, извини, но эта машина слишком крутая для тебя. А для такой деревенщины, как я, это нормально. О, Хаммер еще, блин, вообще, сколько тачек-то классных, хочется на всех свою задницу притаранить, но... Выбираем только одну. Ну, Рома, че тебе надо-то? Не, пока не могу, братан. Sorry, Roman. I have no time for these women. Sure, cousin. Call me when you have a moment. Обязательно. В следующей части мы с тобой сходим к Роману. Блин, он обиделся, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Просто хочется пройти миссию у Влада до пройти. И потом уже мы с Ромчиком поразвлекаемся. По тёлочкам походим, побухаем. Запомни, если хочешь делать деньги, приходи работать за меня. Where can I get some? Yokel, there you are. Okay. Vlad. Come on, let's go for a walk, okay? Right. Okay, come on. I don't even like that's a good one.
Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin. What? Owed me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat. Excuse your me? Ass is mine. What the fuck you mean, why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on! Подвинься, старая ведьма! Come on, Yoko! What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild! Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's the man! Shit! My nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this! Come on! Пока нет, остро. I'm walking here! Let's go! Сразу Никитос показывает, что он хочет ему вломить. Hey, man, can I borrow get a dollar? That job, hey, you deadbeat drughead! Just a little change, man! Man, where do these people get up? Like I'm gonna pay for their drug habits! Well, say something! You are so fucking laid back! Moron! Come on! Нет твоей машины! Чуть-чуть яйца. Want some? Good. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen! That's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister, and it's parked in the projects by EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? No. You're cool. I need you to take the car. Asshole owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Fine. Have fun, dickhead. Эх, блин, мне придется новую машину, что ли, искать, а? А там моя ласточка пропадет. Ой, пройдите на станцию метро. Станция метро тут прям рядом. Я догадываюсь, что это за миссия, и я припоминаю. И она реально сложная. Поэтому какой я молодец, что сохранился. Пройди на платформу. Стрелка вверх означает, что цель находится. Да блин, да знаю я, это все элементарно. Я играл в предыдущей части GTA. Чего вы объясняете элементарные вещи? Так. Ну что, ждем клиента. Что с камерой случилось? Камера живет своей жизнью. Во, нормально. Так. Ну где там этот клиент? Чтобы войти в поезд, нажмите. Но мне не надо входить. Али, мне нужно входить. А, ну это тоже как небольшое обучение, что якобы в игре можно проехать на поезде. Да, я хочу мгновенно переместиться. Я не хочу как бабулька любоваться видом. Найди и гоните серебряный блистер компакт. О, блистер компакт, серьезно? Прикольно. Это еще тачка, если я не ошибаюсь, GTA 3 есть. С GTA Vice City уж точно. Легендарная машинка. Ну, естественно, Rockstar, они по своей привычке экономят на лицензиях. Зачем платить кучу денег за реальные лицензии, если можно вот обозвать по-другому? Да и к тому уже более лампово, что ли. Уже все привыкли. Так, видимо, я немножко напутал с миссией. Я просто помню хорошо миссии, как-то связаны тоже с метрополитеном. Vlad? No, it's mom. Who asked you? He belongs to Vlad now. You should pay your debts. You that fat Russian's bitch? Just try. No, don't. You ain't stopping me. Сейчас возьму. Не, ну тебя можно понять, конечно, не хочешь отдавать машину. Ну чувак, ну она же, блин, старая. Ну купишь себе новую. Да блин. На, все. Ты еще хочешь получить, да? Куртежки.
А, что ты мне сделаешь, а? Вот что ты мне сделаешь-то? Замотаешь мне свою куртку и удушишь? Шел бы ты. Ну что, все? Отгони машину Джимми на стоянку. Как-то слишком просто, никакого сопротивления. Слушай, мудак-то, а? Ничего, и будь на нашем райончике праздник. Как говорили парни Джонсон. Не, ну реально крутая тачка. Так, отгони машину Джимми на мойку. Очередное обучение. Обучение езде на поезде. Обучение, собственно, мастерской потом еще будет наверняка. Сейчас вот на мойку. Машина грязная, и Влад, видишь, у него много бизнес-идей. И одна из них — это продажа поддержанных тачек. Ну что, доехали до мойки. Да, реально грязновато машина, конечно. Сгоняем ее вот сюда, по щетке, почистится, заплатим монеточку. И все, как новенькая будет, можно отгонять ее на стоянку. Миссия выполнена, и на этом мы закончим. О, как преображается тачечка. Кстати, в GTA San Andreas тоже есть функция, можно машины загрязнять. Только в какой-то определенной версии. В Steam, например, точно нет. Это самая ненавистная версия, поэтому, собственно, я ее и не покупал мне в этом магазине. То есть, если там в какой-то пиратской версии ты можешь скачать на рутрекере, покатаешься по грязи, то белоснежная машина будет грязной. А автомойка всегда, машина чистая. Замечательно. Теперь пригони машину Джимми на стоянку. Она немножко бита, я врезался пару раз. Ничего? Она что, на мойке даже чинится чуть-чуть? Потому что я реально врезался на этой машине. Странно. Ну, неважно. Главное сейчас вот не врезаться никуда. Машина быстрая, маневренная. Тихо! На двух колесах можно кататься. Вот только я выбрал не самый лучший момент, чтобы покрасоваться. О, тачка классная. Ничего, ничего, Никитка. Будет и у тебя классная тачка, классная деваха, классный дом, много бабла, авторитет, уважение. Все у тебя будет. Ты, главное, работай с нужными людьми. И Владу заодно отомстим со временем. Сколько этот мудак еще будет нас унижать? Нашего братца. Так. Ну вот та самая стоянка, видимо, да? Ну и стоянка. Ну вот и все. Звони Владу. А мне самому нужно звонить. I put the car in your lockup. You're not as stupid as you look, Yoko. Come back to see me at the bar soon. Но это уже в следующий раз. Спасибо, дружище, за внимание. До скорых новых и ярчайших встреч. А вот эту машинку я, пожалуй, что интерпретирую к своему дому. По-моему, она там будет смотреться гораздо лучше, чем вот здесь, в захолустье, да?